Добрый вечер, мы из Украины. Так, фух, так, я буквально в перемешку между много очень журналистов. Сейчас много приходится работать на информирование зарубежных наших друзей для того, чтобы они закрыли небо, повлияли, помогли и так далее. Поэтому много на это уходит времени. Смотрите, два дня я тут ходил такой, не мог ничего не рассказать. Сейчас тоже вкратце скажу. Надавали мы щей ночью, и днем хорошенько, отлично. Это не около Николаева, это в нашей области, да, чуть-чуть там в Херсонской. Вот, хорошо достали, все горит, все полыхает. Завтра пойдем посмотрим там в бинокли. Бегут. Предлагаю, до сих пор актуально, до завтра сдавайтесь. Командиры бросают свои части, позывные и тому подобные все эти вещи. Все уже соперник знает, тут скрывать не надо. Пришло у нас усиление со стороны, с разных сторон, так вот я скажу. Части, которые отработали за сегодня, вчера, окей. Завтрашний план рассказывать не буду. Чуть повеселее, чуть мы отдавили их от города там на расстояние подальше. Надеюсь, что в ближайшее время мы их оттянем, в принципе, чтобы грады и смерчи до нас не доставали. Но это планы на сегодня, все good. Отработали, фотки ничего не скидывал, не сбрасывал уже, все, мне вот эти техника вся одна и та же, по большому счету. Сейчас больше имеет значение наладить жизнеспособность города, поставить на рельсы на военные и, собственно, гнать оккупантов в шею и в гриву. Завтра, не могу. Все хорошо, спокойной ночи, ложимся спать. Вот, ну вот не хочу сказать все совсем, я уверен, что все хорошо, но я буду спать спокойно.